Приветствую! В этом видео основные итоги Финляндии Трофи после двух дней. Для России есть хорошие и не очень вести. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Во взрослом разряде полным ходом идет Финляндия Трофи. Уже завершились соревнования у пар. Два наших дуэта Миша Наголямов и Тарасова Морозов взялись золото и серебро. Причем после короткой программы лидировали именно Евгения и Владимир. Но неудача в произвольной не позволила им сохранить лидерство. Это уже извечная борьба нервов и Евгении. Не получилось выступить идеально, хотя все шансы на победу были. Зато Анастасия и Александр блистали в произвольной. Спорная постановка Тамары Николаевны Москвиной все же дала свои плоды. Добавление костюмов пошло на пользу. Но не перестанем твердить. Прошлогоднее ПП смотрелось гораздо эффектнее и намного больше подходило этим молодым ребятам. А вот в стане мужчин нас пока постигают разочарования. Никто из наших фигуристов не прыгнул чисто четверной прыжок. Михаил Калида, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко – все ошиблись. Причем Миша завалил из-за этого целый каскад. Дмитрий не смог справиться с четверным тулупом. А Евгений, Женя Семененко – так и лучше забыть вовсе этот прокат короткой. Бабочка, страшное падение. Фигурист очень сильно переволновался. А пока мы ждем итогов Финляндия Трофи в мужском одиночном разряде, пришли прекрасные новости про наших юниоров. Идет седьмой завершающий этап Гран-при. В австрийском Линце фигуристки продемонстрировали короткие программы. Софья Муравьева лидирует с потрясающим прокатом. На втором месте Изаболи Вито, на третьем Анастасия Зинина. Желаем всем нашим фигуристам удачи!